Ближнему на нас, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Якото Господь Бог измет нас от всякого навета и искушения сопротивника, и достойный соделает обещанных благ, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Боеже, просветитеся нам просвещением разума и благочестия наитием Святаго Духа. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Послати Господу Богу благословение Орданово, осветите воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже быть во дне сей освящение, дару грехов избавления, во исцеление души и тела и на всякую пользу изрядную, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже быть и в Одессе, приводящей в жизнь вечную, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже осветитесь, еже явитесь сей отгнанию всякого навета, видимых и невидимых враг, Господу помолимся. Господи, помилуй. О черпящих и емлющих и во освящение домов, Господу помолимся. Господи, помилуй. Забыть и сеем очищение душ и телес, всем верою, черплющим и причащающимся от нее, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже сподобитесь нам, исполнитесь освящение вот сих причащением невидимым явлением Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже услышите Господу Богу глас моления нас грешных и помилуйте нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшие, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне, Сы, в недре Отче истинный Божий, источниче жизни и бессмертия, свет от света, пришедший в мир, еже просветите его, озари нашу мысль святым Твоим Духом, и прими нас величество и благодарение Тебе приносящих, еже от века дивных Твоих великодействий, и еже в последние веки спасительным Твоим смотрением, в нем же и в наше немощное и нищее одеясь смешение и работным мерам нищеды, и же всех царю, ищей рабской рукой в Ордане креститесь и претерпелись и. Да водное естество осветив безгрешне, пути сотворишь и нам, еже водою духом паки рождения, и к первому нас устроишь и освобождению. Его же божественно таинство воспоминания празднующее, молимся тебе, владыка человека любче, воскропи на нас недостойно рабы твоя, по божественному твоему обещанию воду чистую, твоего благоутробия дар. Воеже над водою сею прошение нас грешных, благоприятней быть твоей благостью и благословению твоему, ею нам же и всем верным людям твоим дароватися, славу святаго и поклоняемого твоего духа, яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение с обезначальным твоим отцем и пресвятым благим и творящим твоим духом, ныне присно и во веки веков. Велиси, Господи, и чудные дела Твои, и едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велиси, Господи, и чудные дела Твои, и едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велиси, Господи, и чудные дела Твои, и едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Ты, Бог, хотением от несущих Твоих же быть и приведи всяческой Твоей державы, содержащей тварь. И твоим промыслом строящий мир, ты от четырех стихий тварь сочинивый, четырьми временных круг лет овенчал иси. Тебе трепещет умные все силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны, тебе работают источницы. Ты простел иси небо, эко кожа, ты утвердил иси землю на водах, ты оградил иси море песком, ты к дыханию воздух пролиял иси.
Ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются. Многочитые херувимы, шестикрылатые серафимы, окры стоящие и обретающие страхами преступной славы твоя покрываются. Ты бы Бог сы, неописанный, безначальный же и неизглаголанный, пришел и на землю зрак раба приим. Подобие человечеством быв, небо терпел, иси владыка милосердия ради милости твоя. Зретье дьявола мучима рода человеча, но пришел иси и спас иси нас. Исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяния. Естество нашего рода освободил иси, девственно осветил иси утробу рождеством твоим. Вся тварь воспевает теявшегося, ты бо Бог наш на земле явился иси, в человеке пожил иси. Ты иорданские струи осветил, иси с небес не послал, и святаго твоего духа, и главы там огнездящие сокрушилось, и змеев, чтобы человек любче царю прийди, и ныне наитим святаго твоего духа, освети воду сию. Чтобы человека любче царю прийди, и ныне наитим святаго твоего духа, освети воду сию. Чтобы человека любче царю прийди, и ныне наитим святаго твоего духа, освети воду сию. И дашь ей благодать, избавление, благословение Иорданова, сотвори ее нетление, источник, освящение, дар грехов, разрешение недугов, исцеление, демонов всегубительства, сопротивным силам неприступную. Ангельские крепости исполнены, да все почерпающие, причащающиеся, имеют ее к очищению души и телес, к исцелению страстей, к освящению домов и ко всякой пользе изрядно. Ты бы си Бог наш, и же водой и духом навивый, обвешавший грехом естество наше. Ты си Бог наш, водою потопивый, приной грех. Ты си Бог наш, и же морем освободивый от работы фараоне, Моисеем род еврейский. Ты бы си Бог наш, разразивый камень в пустыне, и потекоша воды, и потоцы наводнишися, и жаждущие люди твои насытивы. Ты си Бог наш, и же водой и огнем применивый Илиею Израиля от прелести Ваалова. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Дай же всем прикасающимся ей, причащающимся и мажущимся ею освящение, здравия, очищение и благословение. Спаси и помилуй, Господи, православный епископ Всероссийской Церкви, Господи нашего Высокопреосвященного митрополита Илариона, сохрани его под кровом Твоим в мире, покори, да стихиями человеки, ангелы, видимые и невидимые, славится Твое Пресвятое имя с Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Господи, вы преклоните Тебе, Господи. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши нас, и же в Иордане креститесь изволив, и освети воды. Благослови всех нас, и же преклонением Своя выявлена знаменующим работное воображение. Исподоби нас, исполнитесь освящение Твоего причащением воды сия, и да будет нам, Господи, во здравии души и тела. Ты бы, если освящение наше Тебе славы, благодарение и поклонение высылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым благим устворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Скажи, чтобы там не ходил. Здесь вот, ты подзади проходи. Еще раз. Во Иордане крещающийся Тебе, Господи, Тройчистоимся поклонение, дай свидетельствующий Тебе, Владыка, Отец и Сына именуя, и Дух, видя голубиня, известствующий слове все утверждение, явлись во Христе Божие, имя просвещай слава Тебе. О Иордан, крещающийся Тебе, Господи, Троице явится поклонение, родителем Бога свидетельствовавший Тебе, возлюбленного Отец Сына именуя, и Дух, видя голубиня,
совести утверждение, я в есть о Христе Боже, и мир просвещай слава Тебе. Мой Иордоне, крещающийся Тебе, Господи, Троическое весь о поклонение, ради свидетельствуешь Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, известно ваше зависе утверждение, я влечься Христе Боже, и не просвещай слава Тебе. Во Иордоне, крещающийся Тебе, Господи, Троическое весь о поклонение, родитель Бога свидетельствовавший Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубини, известно ваше славе все утверждение. Троическое весь о поклонение, родителем Бога свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, и Сесо. Я влечься
Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сомнения, серафимы, без истления Бога, слава родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, все Божие упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во Иордане от Иоанна креститесь, изволим нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш. Молитвами Пречистая Матери, святых славных христианских апостолов, преподобных богоносных отец наших, святых праведных Бог Отец, Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сегодня великое водоосвящение воды. В молитвах по на водоосвящение вы слышали такое, что вода сия да послужит нам во исцеление душевных, телесных недугов, даже восставление грехов, в освящение домов наших. Но все сие, всякая святыня, которая есть в храме, она тогда имеет благодатную силу, когда принимает ее, принимающий с твердой верой, пострадавшего за нас и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Это все нам вспоможение на пути спасения, и святая вода, и другие какие-то, и мощи свят. Это все вспоможение на пути спасения. Но не главное это. Вы слышали пророк Исаия, что нам сегодня говорил. Придите, посчитаемся. Мы думаем, что мы праведные, но в глазах Божьих как мы выглядим? В глазах человеческих, может быть, мы и красивы. Стараемся украсить, говорит, больше тела, говорит Иоанн Златоустый. А о душе часто забываем совсем. Сколько, говорит, мы тратим на тело? Если бы столько тратили для украшения души, то было бы очень великое благо. Можно сказать, святыми вы были здесь еще на земле. Ну, даже в материальном взять исчисление, сколько для тела тратим и сколько для души. А что нужно, говорит, сделать? Напитай, говорит, голодного, одень нищего. То есть сделай дела милосердия, благие дела. И Господь, когда судит, то что говорит? Видели меня, говорит, нагим, не одели, алчущим, жаждущим, не напоили, не накормили, был болен и в темнице, не посетили меня. Вот что есть. А не то, что ведь не спросит нас, а сколько ты поклонов делал. Можно сделать 1000 поклонов, но в то же время и сделать обратно этому. В молитвах вы слышали, что о плодах покаяния. И Иоанн Креститель нам напомнил: принесите достойные плоды покаяния. Плоды покаяния – это добродетель, сделанная обратная греху. Вот это тогда будет истинно покаяние. Если я сегодня сказал, что я согрешил, Господи, прости меня, батюшка разрешил, и повернулся, и пошел вновь делать то же самое, то нет никаких плодов. Это засохшая смоковница. А плоды должны быть. Без плодов нет ничего. Ведь каждый, если мы дома растим, посадили вишню там или что-то, нет плодов. Да зачем она будет занимать мой участок? Я ее выкорчу, уберу ее. Мы держим тогда только плоды. Так и мы все должны приносить добрые плоды. Вот. Тогда и вода эта нам послужит, как вы слышали в молитвах, и для освящения, и для прощения. Вот. Для исцеления телесно-душевных недугов. Тогда она послужит нам. А то, слышишь так, я, говорит, уже
зятю, говорит, он пьет, я ему и в борщ наливал, даже в водку подливала ему святой воды, он все равно пьет. Понимаете, что? А за это еще придется отвечать, что это неблагоговейное отношение к святыне. Кто не верит, нет неверующих, не нужно этого делать. Все это только для верующих Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Подходите ко Христу. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, горче скрылся поклонение, родителю поглашите, ты что лучше Тебе, возлюбленно Боге Сына именую, иду. Вечером молитва в храме будет 4 часа. Великая повечеря и утренняя праздничная. На Великом вечере будет лития, освящение хлебов.
Закрой.